Всем привет! Вы на канале Творчество Софы. И как мне кажется, давненько я не снимала видео. И поэтому сегодня будет видео. Догадайтесь про что? Сейчас будет подсказочка. Ну что, догадались? Я думаю, что все из вас, конечно же, догадались. Это будет видео про лепку из пластилина. А кого мы будем лепить, вы узнаете прямо сейчас. И это крокодил Гена. Да, я буду лепить крокодила Гену. Кто не знает, кто это такой герой из мультика «Союз мультфильм». Ну что, давайте не будем томить и начнем. А какого именно Гену вы увидите вот тут. Итак, для начала мы будем лепить его пальто. Для этого нам понадобится пластилин вот такого бордового или красного цвета. Итак, для начала нам надо сделать круг. У меня получился вот такой вот круг. Затем надо превратить его в конус, что-то наподобие конуса. Вот так у меня получилось, но я считаю, что он слишком толстый и отрежет часть для ручек. Вот так вот у меня получилось. Теперь, когда мы сделали тело, нам надо взять вот такой вот кружочек белого цвета и сделать и расплюснуть его. И теперь мы присоединим это к телу. Так, вот так вот. Затем надо придать вот этому белому шарику бывшему, придать форму рубашечки, которая выглядывает из-под пальто. Для удобства я буду использовать вот такой вот ножичек. Затем, чтобы придать немного реалистичности его пальто, я сделаю жгутик. И из этого жгутика я сделаю воротник у этого пальто. Точнее, постараюсь сделать. Так-с. У меня получилось так. Я сделала еще один жгутик. И теперь продолжим на меня начатый воротник. Так, как-то так у меня вот получилось. Думаю, смотрится нормально и похоже на воротник. Вот. Также на картинке можно заметить, что у крокодила Гены есть черная бабочка. Ее мы сейчас и будем делать. Для этого у меня есть вот такой вот маленький кружок. Бабочка должна быть маленькой. И для нее я буду использовать вот такие вот размеры кружки. Вот такая бабочка у меня получилась. Так. Вот я ее прикрепила на наш пальто. И вот так вот смотрится. Пока, конечно, не очень, но это все исправится. Так, вот я как-то сделала это все, и мне вдруг показалось то, что воротник маловат. Я сделаю его пошире. Воротник я сделала пошире. И теперь буду делать разрез у пальто. Для этого я возьму ножичек чуть-чуть поострее. Тут у меня слегка затупился. И просто делаю надрезик. Вот такой. Так. Вот так вот у меня получилось. Теперь надо сделать пуговки из коричневого или желтого пластилина. Лично я буду делать из вот такого оранжевого цвета.
Теперь, чтобы было более реалистично, я сделаю точечки в пуговках. Теперь я предлагаю сделать хвост. Делать я буду или из этого, или из этого. Ну, наверное, пожалуй, я сделаю из вот такого. Извиняюсь за голос, просто я чуть-чуть хрип. Вот такой хвост я сделала. Теперь надо померить. Он для моего гена чуть-чуть большеват. Я его укорочу. Мне вот такой вот хвостик как раз подойдет. Я его прикреплю. В итоге у меня вот так получилось. И для красоты я сверху на хвостик добавлю другого цвета. Сейчас мы будем делать ножки у крокодила. Для начала я подготовлю большие выемки, где будут, в принципе, ножки. Ноги я буду делать из темного пластилина, потому что под пальто на них падает тень, ну и как бы потемнее. Для этого сначала я сделаю два кружка. Вот, у меня готово. Теперь превратим их в лапки. У меня получились две вот таких ножки. Теперь я буду их прикреплять. Так, одна немного толстенькая. Так, ну у меня они слиплись, значит, что они слишком большие. Одну я укоротила. Покажи, как укорачиваю другую. Так, вот. Надеюсь, вам видно. Вот так. И теперь просто надо сделать заново вот этот рисуночек когтей. Так, вторая попыточка. Как говорится, попытка не пытка. Вроде все нормально. А пока я леплю ножки, вы можете написать в комментариях, смотрели ли вы мультик «Крокодил Гена». Я думаю, что многие из вас смотрели. А чтобы ножки не отваливались, я дам вам один маленький лайфхак. Берем зубочистку, отрезаем и вставляем. И все, ножки уже не отвалится. И повторяем то же самое со второй ногой. И вот так у нас получилось. Так, слегка неровно. Ну ладно. Теперь уже ножки точно не отвалятся. Теперь мы будем лепить руки, рукава. Вот так как-то. Вот у меня остался пластинчик. Сейчас я сделаю две колбаски. У меня получилась вот одна такая вот рука. Теперь надо ее вот сюда прикрепить. Вот так. И потом сделаем зеленую ручку. Вот у меня вторая рука тоже готова. Итак, руки у меня готовы. Возможно, вы заметили, я добавила черные точки на пуговки. По-моему, так смотрится намного лучше. Итак, сейчас мы будем делать голову. Сначала я попробую из этого шарика. Если он будет маленький или наоборот большой, я его укорочу или наоборот же дополню вот таким шариком. У меня получился вот такой круг. Я туда добавила еще тот шарик. Ну, видимо, придется отрезать маленькую часть. Ребята, у меня получилось вот что-то вот такое. По-моему, она снизу толстая. Ну, вроде и нормально. Сейчас я буду пытаться ему открыть рот. Итак, я пробую разрезать канцелярским ножом. И у меня вот так вот получилось. По-моему, результат тоже нормальный.
Затем я буду делать ему ротик. В смысле, красное. Красный язычок. Вот. Сейчас. И надо будет его разгладить. Так вот у меня получилось. И чтобы было все ровненько, я решила сделать небольшой тоненький ободок из темно-зеленого цвета. Я сделала полосочки вот здесь на носу, чтобы было более красиво. И добавила зубов в рот. Ну и вот так вот смотрится, по-моему, даже неплохо. Теперь настал момент сделать щечки. Для этого сначала сделаем разрез вот до сюда. И здесь то же самое. Вот так. И теперь просто добавляем пластилин. Я вот просто возьму пластилин и сюда по размеру приделаю. Вот такие вот щёчки у меня получились. Теперь надо вот эти полосочки превратить в квадратики. И по новой ту. Слегка неровно. Конечно, плохо, но не страшно. Вроде бы все. Теперь осталось сделать глаза. А для глаз нам понадобится два кругляшка и такая вот стека кругляшков. Делаем вот так. Затем наши глаза надо сделать белок. Это мы тоже такой штучкой туда придавим. Так, вот так. Здесь немного неровно, я это подровняю сейчас. Вот, я немного подровняла, как хотела. Теперь надо взять коричневый цвет и сделать ему глаза. Мультики на картинке, на которую я нашла, они были коричневые. Или другими словами, карие. Надо сделать два маленьких кружочка. И вот такие глазки у меня получились. Я, конечно, немного расстроилась, что они слегка косые. Вроде бы не так уж все и плохо. И, по-моему, очень даже похож. Но я, кажется, надо сделать еще беленькую маленькую точку. Это будет очень сложно. Но я постараюсь сделать это на камеру. Так он станет немного подобрее. Так. Вот такой вот у меня получился. Осталось сделать только шляпу. Ну, может чуть-чуть подровнять, вот он какой-то косенький. Итак, теперь я буду лепить его шляпу. Лепить я буду из коричневого, так как на рисуночке она коричневого цвета. Сначала, как и часто мы делаем, мы слепим круг, чтобы потом его расплюнуть. Вот у меня уже готов. Теперь я, так, чтобы вам было видно, так вот расплюсну. И так немного руками. Но не буду это делать на камеру, потому что видео будет долгим. Вот так у меня получилось. Мне, конечно, очень страшно, потому что этим можно запороть работу. Но, по-моему, все нормально. Теперь я сделаю опять кругляшок. Так вот, я сделала кругляшок и сплюснула его. Это будет у нас верх шляпа. Вот такая шляпа у меня получилась, конечно, не корявая. Поэтому я сделаю здесь ободок. Ну, не только поэтому, потому что на картинке так. Вот такая у меня голова получилась. По-моему, очень даже неплохо. Так. И теперь настал долгожданный момент. Я аж запинаюсь в словах. И когда прикреплять голову.
Я буду прикреплять ее зубочисткой, поэтому разломаю ее пополам. И вот, ребята, такой вот крокодил у меня получился. Вот, вроде бы все нормально. Только я бы еще здесь что-нибудь шире сделала. Это, наверное, уже потом. Пока вообще, по-моему, нормально. До 15 минут вообще. Ну что, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И обязательно не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!